Так у меня фалангу уже закрыл, поднимите мой палец, мою не видно, то есть он вот, смотрите, закрывайте. Раз фаланга, два фаланга. А где моя фаланга? Ну простите, раз, ну, ее не видно. Вы знаете правила? Знаю, конечно. Я вам расскажу. Подождите, сейчас я закончу. Дождите, пожалуйста. Нет, стойте. Судья может должен убедиться, где на фаланге нет касания. Я к ней коснулся. Одна и вторая. Замечание. Захват. А судейский может быть это лучше захват. Вы согласны, судейский? Третий стол. Георгий Кубаев. Семен Клементьев. Поединок. Второй стол. Евгений Ильчевский, Олег Кадзаев. Понимаете, он пальцы закрыл и натяжку сделал. Это уже движение. Так не должно было напряжение, он бы получил фол. Успокойтесь, будет. Да потому что мне вот это вот. Успокойтесь, нормально. Выиграет, пускай, ну, чтобы без всяких там оставили руки. Или что, блин? Плечи выровняли. Не один газа, судейский захват. И больше мы не прощаем для того, чтобы будьте внимательны. Закрываем большие пальцы. Сейчас я его закрываю пальцы. Его очередь. Закрываем. Закрываем. Ready, go! На пятый стол приглашается Зарубник Ходов Дмитрий Качан. Проект, все, смотри.